Всем привет! В этом видео я расскажу три важных минуса породы йоркширский терьер. И вы сами сможете понять, хотите вы заводить эту милую собачку или нет. Первый минус породы – йорки склонны к аллергии. Поэтому важно подобрать подходящее именно для вашей собаки питание. Следующий пункт – у йорков очень быстро растет шерсть. Примерно один раз в 1-2 месяца необходимо обращаться к грумеру и желательно почти каждый день расчесывать ее самому. Третий пункт – это одежда. У йорков нет подшерстка, а шерсть их практически не греет. Поэтому им нужна одежда, которая будет не давать замерзать и намокнуть. Но несмотря на то, что у йорков есть минусы, у них гораздо больше плюсов. Все эти знания не остановили меня от того, чтобы завести целых 2 йорков. А почему именно 2, я расскажу в следующих видео.